Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о праздниках, а именно как сделать ваше торжество незабываемым. Весомую долю играет ведущий, и сегодня мы выясним у одесситов, какими качествами должен обладать ведущий для проведения их торжества. Давайте спросим у самих одесситов. Добрый день! Уделите нам пару минут. Пожалуйста. Сегодня мы говорим о ведущих, а именно какими качествами должен он обладать для того, чтобы вы его пригласили провести ваше торжество. Расскажите нам, какими качествами вы думаете, что он должен обладать? Он должен быть интеллигентным, обаятельным и шикарно выглядеть. Как здорово подметили. Не могу с вами не согласиться. А какими еще? У него должен быть приятный голос и хорошо поставленная речь. Мой милый маг, моя Мария, мечтам мерцающий маяк, мятежным марево морские. Мой милый маг, моя Мария, мечтам мерцающий маяк. Абсолютно верно, я с вами соглашусь. Ведущий должен обладать профессиональной риторикой и красивым голосом. Но чем еще? Он должен понимать меня и настроение гостей. И сделать так, чтобы вы и ваши гости чувствовали себя комфортно и весело, а в торжестве чувствовалась искренность и душа. Да? Именно это я и хотела сказать. Тогда мы с вами на одной волне. Так все-таки кому из ведущих вы отдали бы свое предпочтение? А как вас зовут? Меня? Меня зовут Женя Жеков. Друзья, выбирайте правильных ведущих, и тогда ваше торжество будет незабываемым. А я его сделаю ярким. Да-да. Женечка, дайте мне вашу визитку. Я бы на своем празднике хотела видеть такого ведущего. Прошу, вы сделали правильный выбор. Друзья, сделайте правильный выбор и вы. И я сделаю ваш праздник незабываемым.